Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать, что вот с точки зрения психологии на ваш вопрос можно ответить с позиции анализа того, что ваш муж к вам, как вы пишете, изменил свое отношение. Хотя раньше все было замечательно. Вот именно с точки зрения психологии нужно проанализировать то, что с вами произошло, я имею в виду с вами как с парой семейной. Ага. И, значит, разобраться с этим и помочь вам найти выход из ситуации. Поскольку пока непонятно, что именно изменилось у вас с мужем, что именно заставило мужчину поменять свое мнение, свое отношение к вам, нельзя говорить с точки зрения психологии о том, наладятся ли у вас отношения в семье. С точки зрения, опять же, психологии, после ссоры люди могут жить вместе, но только в том случае, если каждый из них выносит что-то из себя, выносит что-то для себя из ссоры, даже обращение. Если люди ссорятся, остаются теми же. Если люди ссорятся, ничего для себя не извлекают, не получают, не узнают нового, то ссоры будут повторяться вновь и вновь, и конца и края им не будет. И жизнь после этих ссор, ну, она может быть и будет. Конечно. Может быть, она будет, да. Но какой она будет? Достойной ли она вас будет, эта жизнь? Вот в чем большой вопрос. Поэтому я вам могу порекомендовать только, если вы хотите получить, ответ именно от психолога, то я могу вам порекомендовать либо подробнее описать свою проблему, потому что это не эзотерика, либо обратиться еще раз в раздел эзотерики, где вам, безусловно, ответят более превентивно на ваш вопрос. Либо вы можете выбрать эксперта в области психологии и уже с ним проработать определенные ваши проблемы. Потому что, ну, по-другому не вижу никакого другого выхода я для решения вашей проблемы. То есть помочь-то вам хочется, это безусловно. Помочь вам хочется разрешить вашу ситуацию. Но поймите правильно, психологи и эзотерики, они работают немножечко по-разному. Понимаете? И если вы выбираете психолога, то нужно больше информации. А если вы выбираете эзотериков, что, кстати говоря, ваше право, тогда нужно работать с ними. Так, как, собственно говоря, они это предлагают. Решать вам общее направление проблемы я вам озвучил. Надеюсь, что помог вам
настолько, насколько вы привели здесь информацию о себе и о своей семье. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.